В центре поля не так-то просто пройти насыщенную первую линию обороны Болоньи с Хаутом на правой передаче. Это Орсулини. Рикардо Орсулини пасует штрафную. Паласио под удар. И Соряно забивает. 1-0. Болонья великолепную атаку организует. И все в касании, все точно. И в уголок от Роберто Соряно. 1-0. 9 минут сыграли команды. И Соряно забил свой 27-й мяч в серии А. Опытный атакующий полузащитник. Но вся атака заслуживает того, чтобы задрать большой палец вверх и держать его не уставая. Еще раз давайте посмотрим. Видите, Орсулини играет со Схаутеном, и дальше все начинается в касании. 1, 2, 3, 4 передачи в касании. Орсулини дальше прекрасно видит поле. Играет на Паласио. Паласио катит поперек штрафа.